Всем привет! Это наша любимая игра Клондайк, и после Дня Святого Валентина у нас у всех, ну, почти у всех появился такой интересный цветочек. Вечный цветок. Вечный цветок, он поливается 100 раз по 10. И давайте посмотрим. И получается, через 100 дней он станет декорацией. А так получается, что вы можете раз в сутки, ну, через сутки прийти и получить у него 30 энергии. Это довольно-таки неплохо. У нас такой красивый бонус ко Дню Святого Валентина. Всем пока!